Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня дальнейший тест Архидемона. Будем пробовать первым составом, который я вам показал. Сейчас я пересмотрю героя. Будем пробовать здесь зафармить побольше, чем вчера. Так, английский сервер. Смотрим, что у нас тут было. Кстати, я так и не глянул. Этот пак заберем. Такс. Поехали. Чикабум есть. Учитель. Я не знаю, возможно, есть желание поменять кого-то с героев. Так, две эмблемы у меня еще не доделаны. Crash sale. Host. Это вот эти вот паки. В принципе, довольно-таки неплохой пак, я вам скажу. А хавесты в 1 плюс 1 получается. Только флеш сейл. Ладно. Тогда не будем заморачиваться над 10-й эмблемой. В следующий раз доделаем. Все равно у нас только две попытки осталось. Так, берем химку. Берем вот такого вот укрепителя. Я перепроверю всех. Так, Трикси. И Кавка. Есть. Стрелок и космос смотрим. Стрелок я переделал обратно. И космич. Космич, космич. Космич вот такой вот. Уберем с космо, попробуем все-таки шару. С ней получилось как-то больше, не знаю. Сейчас попробуем обратно ее поставить, так как она не дает набирать. А потом еще один заходик такой же. Или давайте наоборот. Сделаем, может, так, чтобы 100% увериться. Второй уже, чтобы был победный, если что. Так, реплейс. Ставим сюда вот так вот. Так, я правильно нажал? Вроде да. Ну, 1256, как видите, здесь плюс-минус, там 1-2 секунды они будут решать. Тут 5-е место у меня как было. Ну, есть. Стартуем с тыковки. Выкидываем всех. И ждем истинного момента. Посмотрим, как оно зайдет. Ну, тут... 2.26, по-моему, если я не ошибаюсь. Первый разгон у нас вчера был. Сейчас посмотрим. То есть, по сути, 34 секунды на одного архидемона уходит. Скоро дойдем до 30. Тогда будем 6 убивать стабильно. Да, вот оно, то же самое. Ну, видите, вот сейчас неудачный заход сначала был. Начальный. Потеряли немножко. Возможно, из-за этого и шара на переходах будет играть роль. Ну, не знаю.
Сейчас посмотрим. Если набьем так же, можно, в принципе, будет пойти на риски и еще раз попробовать. Но эти плюхи того не стоят. Это я так чисто вам показываю, какие варианты есть для сборок. Как больше набить. То есть, как видите, крок. Даже мелковалавало он процентуально бьет, соответственно, он будет 500 выбивать стабильно. Что-то мы не успеваем, походу, причем конкретно не успеваем. 55 было, да. 52, 36, 14. Ну, плюс-минус такой же где-то у нас результат должен получиться. Вчера вообще хорошо зашло, 26 секунд, по-моему, если я не ошибаюсь, у нас оставалось, или 22. Но если 22, то 20 секунд. Вот видите, опять начало. Два раза стартанули мы плохо. Когда он появляется, и, соответственно, уже ты меньше набиваешь конкретно, причем меньше. Ну, посмотрим, если приблизительно где-то будет на равных с вчерашним результатом, то... Вот видите, 1,220. Ну, в принципе, плюс-минус. Что, давайте попробуем еще разок, сразу стартанем. Это похуже был разгончик. Стартанули мы, кстати. Надо будет попробовать спереди, сзади. Может, это тоже роль играет. Сейчас получше должно быть. Ой, кто-то там, что это у нас ведьма просела так. Потеряли что-то мы. Момент. Ну, видите, раз на раз не приходится. Где-то он включился, где-то выключился. Это такое. Ну, 1,2, то есть 5, 1,2. Это реально улучшенный результат. Добавить сюда эмблемы. Они, в принципе, ничего по сути не решат, мы упираемся в потолок. Единственный вариант — это попробовать убрать опять же химку. Мы уже пробовали, что без химки пока никак. Может быть, зайдет, так как максимальные прокачки, и поставить кого-то другого, прокачать подарки, например, ту же самую Фрейю, как вариант. То есть тут надо карты, тут надо искать просто удачный заход. Ну, вот, видите, опять он включился, он сбил нам, мы даже хуже набьем сейчас. То есть, возможно, в таком варианте, да, в принципе, какая разница, он все равно появляется, мы его на фул загружаем. Возможно, шара немножко спасает именно на переходах. Возможно, из-за этого, но это мы уже протестируем, думаю, в следующий раз посмотрим.
как там у нас пойдет. Ну, пока Супер Пати свое. Вот видите, вообще 17-16 секунд. Мы сейчас набьем даже, я думаю, 5 меньше, чем 5.1. Да, это будет, наверное, у нас самый худший результат. Ну, 5.1. То есть минус 200 миллионов, по сути. Вот так вот. То есть он рандомный этот, и вы ничего здесь не сделаете. Я ничего не делал на этой неделе, прохалявил. В общем, такой вот, ребятушки, результат. Будем пробовать следующие варианты. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.